436-летие Самары будет очень музыкальным. Классика, эстрада и, конечно, джаз. Именно фестиваль «Самара Open Jazz», посвященный столетию российского джаза, и откроет череду торжественных программ ко дню города. Уже в пятницу 9 сентября, начиная с 17:30 на склоне площади Славы, жители и гостей города ждут выступления местных коллективов и именитых столичных гостей. На сцену выйдут московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, легендарный пианист Даниил Крамер со своим коллективом. Продолжится праздничный марафон в субботу с 6 часов вечера на том же месте в амфитеатре площади Славы. Мы решили построить программу таким образом, чтобы начнем мы с, прежде всего, русской музыки. Мы, конечно, сыграем для наших дорогих слушателей и Глинку, и Рахманинова, и Чайковского. В общем, так, чтобы мы почувствовали русский дух. Завершатся массовые гуляния в воскресенье. На набережной пройдут спортивные и творческие программы. На площади Куйбышева в 17 часов начнется патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцену выйдут знаменитые эстрадные исполнители, в числе которых Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любе». Скажу фразой, которая была услышана нами не так давно. Это фраза, которая звучит как «Самарского сердца хватит на всех». Вот сейчас я ее ощущаю с полнотой. Действительно, самарского сердца хватит на всех. Я поздравляю свой город, в котором я живу, с наступающим днем рождения. Завершающим аккордом торжеств в честь Дня города станет праздничный фейерверк. Мария Левина, Новости губернии.